Новые власти Кыргызстана демонстрируют несговорчивость. Москва не может добиться от Бишкека контроля над военным заводом «Дастан». Здесь производят элементы для боеголовок морских торпед типа «Шквал», не имеющих аналога в мире. Они могут быть исполнены как в ядерном, так и обычном снаряжении. Кыргызская сторона пока не может передать российской доли «Дастана». В частности, из-за того, что львиная доля акций предприятия принадлежит сыну экс-президента страны Максиму Бакиеву.